В канун Дня Конституции североказахстанским судьям вручили награды. Двое служителей Фемиды получили ключи от квартир. Еще ряд сотрудников стал обладателем ведомственных медалей, грамот и дипломов. Подвели также итоги конкурса на звание лучшего секретаря судебного заседания. Участники торжественного собрания отметили, что День Конституции для них почти профессиональный праздник. Ведь основной закон страны является ядром всей правовой системы, а деятельность судов основана на принципах, закрепленных в Конституции. Основа судебной системы, принципы, по которым суды осуществляют правосудие, все заложено в этой Конституции. Это такой емкий, значимый для нас основной закон и вообще главный правовой документ государства, в соответствии с которым строится вся правовая система, вся законодательная нормативная база. Естественно, суды при осуществлении правосудия применяют и обязаны применять законы, которые соответствуют Конституции.